Все больше молодых людей в Китае мечтают нарядиться в традиционную одежду ханфу, особенно во время посещения древних городов. Это позитивно сказывается на развитии туризма. Наши корреспонденты побывали в Джандине, провинции Хэбэй, городе, где еще 2000 лет назад носили одеяния воюющих царств. А возвращение к традициям в сюжете далее. Ношение традиционных костюмов при посещении исторических мест стало новым модным трендом среди китайской молодежи. Мы только что нанесли макияж и идем к местному храму. Потом планирую сделать пару постов в соцсетях. Складывается ощущение, что в Джандин едут только для того, чтобы прогуляться в Ханьфу по местным достопримечательностям. Это как минимум весело. На прошлой неделе было много туристов со всей страны. Вокруг увлечения старинными костюмами сегодня возникла целая индустрия, ведь для полноценного образа еще требуется хороший макияж, прическа и услуги фотографов. Популярность одеяния воюющих царств связана с историей регионов Янь и Джао. Этот наряд может продемонстрировать историческую значимость того или иного персонажа. Многие мои клиенты летают сюда на самолете, чтобы найти меня и сделать хорошие снимки. Я радуюсь, когда вижу, что наша традиционная культура не теряет актуальности. Костюмы, которые мы здесь видим, несут в себе историко-культурные особенности этого города. Меня восхищает наше наследие. Маркетологи учат людей сочетать древнюю культуру с современной жизнью. Местные отделы туризма заказывают рекламные ролики с актерами, облаченными в ханьфу. Это все способствует потреблению, приносит городу хороший доход. Благодаря новой моде многие китайцы заново открывают для себя красоту своей традиционной культуры. Нин Хун, Си Чжи Тянь.